Раз, два, три, Джорджа Тодда, ты найди. Ух, сколько О, вещей! ой-ой-ой, Посмотрите! да, Наконец-то! гуляем, Наконец-то! Это я тут забираю. хорошо, Ну, свет у нас включается. А подождите, а где у нас включается свет? Что-то я не поняла, где свет. О, нет, свет внизу! свет в самой жопе, Даш. Ладно, пошла искать свет. Слушайте, а Удачи, направленный микрофон никто давай. не хочет попробовать? А А мы я ж не типа знаю. психушки, как бы, не? Нет. А, подождите, я же Да. психушка. О, кадры просели, Золотой глаз нормально. о психушке. Теперь я О, себя чувствую блин. нормально. Я Боюсь пойду я, искать свет. что опять начнется. Так, погнали. Ну, я Все. примерно понимаю, где он. Тут 5 градусов на входе. А свет от них. Да что Ты вы? че, Я не туда зашла. Ай-яй-яй. Я сам Да. напугался. Не, нормально. Я аж крепкий А вы со такой. мной не пойдете Так. вниз? Пойдите со Так мной мы с тобой вниз. идем, Даш. А где? Дай Да. нам Ну знак. давай, давай, да. Все вместе пробуем. Дай нам знак. Слушайте внимательно. Дай нам знак, метроном. Ребят, что-то дышало. Я Что это? слышу. А что за удары были, вы слышали? Я Как по свет вниз. Я металлу. слышал тоже, да. Что Вот за где-то говно? тут, я, Да-да-да. мне кажется, справа я слышу какой-то как... Дай Дай нам нам знак. знак. А тут закрыто, кстати, ребят, тут Метроном. маленькая психушечка. Где? Так тут рядом, смотри, вот же свет, вообще два А, шага. я знаю, я только что включила. А где ты метроном слышал? Нигде. Я прошу его в метроном Дай поиграть. нам знак. А. Дай нам знак. Дай нам знак. 8 градусов. Сейчас хоть Дай нам прогреется. знак. А, вот комната наша любимая. Ага, Дай с нам этими. знак. С днями. Ничего себе, на. Все-таки на. Так, это что? Надо бы Ребят, пересчитать наверху! как-нибудь. Так. 6 градусов Наверху тут. было. Дай знак. 17. Наверху только что был, Записать? как будто бы мебель Записать. двигали. Так это просто звуки. Дай нам знак. Нет! А это куда? Крик! Так, дай нам Крик! знак. У меня нет Крик никаких был! криков. Я слышала крик женский. 7 градусов Дай тут. нам знак. Чё-то у каждого свои звуки, походу. Походу, Дай да. нам знак. Двенашка. По-моему, мы крыши поехали уже тут. Дай нам Дай знак. нам... 11. Дай нам Ой, знак. 0 пробило у меня. Минус 10. Да, Хорошо, 0, 0 минус был. Да, 10. реально. Охренеть. Как вы так... Да, минус. 0, да. А По-моему, как? огонек Профи. летает, Топ. ребят. Так. Ну, смотри, как... Да что ж... Огонек. А, это тут... Минуса. О, Так. ревенант ханту юрей. О, ваш любимый набор суповой. О, вещь улетела. МПшка была на вещи. Сколько? Не А что знаю. за вещь? Да Вот, вообще. эта красная книжка или что это, мыло, блин. Проверьте. А у У кого кого МП, МПшка? Алекс? У тебя Алекс. обычно. Он, подойди, пожалуйста. О, туда. Вот красную. Сколько? Троечка. А. Дайте я вам скажу, что у нас не будет МП. Лазер, радио, отпечатки, запись. Пойдем, возвращаемся, заодно еще вещи возьмем. Ой, свет вырубила, по-моему, зараза. А нет. Так, а где Лазер ж тут пока не свет видно. включается? Не Так. очень понимаю. Ух, А где блин. выход? Дай нам знак. Погнали. Подождите, не, выход-то туда. Я хотела свет в коридоре включить, но не понимаю, где тут коридорный выключатель. Дай нам... А, зачем нам знак, если мы знаем, где Ну уже? просто я хотел бы услышать хоть раз там крик какой-то. Хоть А, ты еще не что-нибудь. слышал? Нет, у меня не было. Скоро услышишь. Дай нам знак. А, ты про себя Чи? типа имеешь в виду, да? Спасибо. Да, будут, крики будут. Так, я понимаемся. Что-то я уже заговариваться начинаю. Тут, знаете, мне эта карта нравится больше, чем классическая была психушка. Но она все равно стрёмная. Она тебе нравится ровно до момента атаки. Внезапного призрака. Это ты правильно говоришь. Так, нам сюда. Повезло, кстати, с Так. выключателем. Оно все рядышком. Я в первый раз, когда услышала Блин, этот я... звонок, я думала, что это лифт приехал. Так, боюсь немножко заходить в машину. Хочешь, мы сейчас тебе вынесем что-то? Ну давай ради проверки я один раз зайду, и сейчас начнется Так, я опять сейчас нет, то лазер потом... посмотрю. Вдруг Ты, там что-то... забрал с собой? Я когда за призрака играл первый раз, Забыл. я О, тоже это что? забирал. Ничего себе. Так, ну смотрите, а почему дождь проходит? Что у нас за машина такая дерьмовая? Хрен его Дождь знает. проходит. Но я пока что ничего не вижу. Слушай, а что, свет вырубила? Нет, нормально. По-моему, Так, да. а что мы можем смотреть, что предположить вообще? У нас 4 Вырубила варианта. свет! Смотри, вырубила свет. Это гаденыш этот или это? А, этот. Джорджия. Этот. Вырубил свет. У нас, получается, то вообще крыло закрыто. Ну!
Ну, у нас может быть ревенант, огонек, юрей. Да. А ты говорила, да? Угу. Да, у нас огонек. У нас может быть ревенант, юрей, ханту, анрё. А там журнал, ну, кто-то смотрите. Бросил, ребят? Алекс, ты бросал журнал? По-моему, мы не брали блокнот. Куда? Там я блокнот брал туда? О, нет, я не брал. Вот так, давай бросим. А нет, я радио возьму. Нет. А радио давай. Кто-то из вас взял? Водополу вот. А радио я беру. Возьму. Ох, у меня началось, слушайте, все. Я не выходи, выбегай отсюда. Выбегай из машины этой проклятой. Беги. Ай-яй-яй. Мы все взяли. Угу. Ультик у нас есть? Он там лежит в комнате, если что. Пришли, звонок украли, блядь, ушли. Что же со свечкой? Блин, я со свечкой иду, ну ладно. Правильно, вы зажги свечку. Рассудок подержи себе. Да я ж... Подержи себе рассудок. Нормально. Я не так много включила, чтобы вырубать. Сейчас. Рубишь? Да, прикольно. Ребят, а он... Нет, он не вырубил, он щиток вырубил. Потому что здесь-то все горит. Цикаво. Сейчас попробую поговорить. Сейчас киданем туда вещи хотя бы. Ага, вот здесь. Подождите секунду. Ты здесь? Сейчас, далеко? Подожди, я свечку поставлю, соль на что бросает, по-моему. По-моему, он открыл какую-то из дверей, ребят. Дверь! Да. Ты здесь? Тут закрыто. Выходите, выходите. Пока а какую? Здесь... Соседнюю, что ли, справа получается? Ты здесь? Олег. Ау. Ты далеко? Посоли, пожалуйста, там внутри здесь? Здесь у меня не получается. У меня ты опять далеко? Лагает все сильно. Ты мужчина? Давай. Ты женщина? Ты ребенок? Сколько тебе лет? Ответь. Ты здесь? А Оль, ты далеко. Просветишь, нормально будет? Ты здесь от... наступил. Топает, топает, сука, топает. Топает? Да-да, он... Нахрен. Да, не отвечает. Есть следы, есть следы. Есть следы. Пошел туда куда-то. Слушай, так он открывал эту дверь, по-моему, соседнюю. Вот он топчется. Нифига себе. Я вот эту дверь закрыл. Все. И мне кажется, потому что лево, там было две двери закрытых, он не открывал. Но был звук открытия. А мне кажется, он нашу потрогал, может, нашу потрогал? Он именно открывал, было два раза слышно. Я позакрывал на всякий случай. Мне не отвечал, попробуйте поговорить вы. Давай задумаю я попробую. Свечу. Ты да, старый? Открыл опять дверь, ты Алекс? Молодой? Вот эту походу. Сколько тебе лет? Засчитали нам? Ты мужчина? Ты женщина? Блин, нам только ты здесь? Ты добрый? Я не понимаю, какие он двери трогает. Ты злой? Ты добрый? Ты мужчина? Так, блин, ты женщина? Так. Тебе больно? Нет, ты хочешь нас убить? Сразу ответил. Ну, в жопу. Опять слышишь, открывает дверь где-то. Олега. Открывает? Где? По-моему, дверь Олега. Олега? Давай я ее закрою. Вот он наступил, закрою, кстати, за... по-моему. Зайди, зайди. Внутрь, изнутри надо смотреть. Ох, я не могу, у меня лагает, слушайте. Давай тогда ультрик мне я посмотрю. Как раз, раз. Ты добрый? Нету. Нет, есть тут? Отпечаток! Господи. А, отпечаток бежим. Есть, да! Отпечаток так. Есть! Да, Кантушка. Да, меня, слышите, блин, да, 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 слышим, лагает. Слышим. Кантуха, бегите! Блять! Бля! Я не успею, неужели? Да ну не так, не надо! Пиздец! Нет, блять! Нет! Кого? Нет! Не знаю! Нет! Она за Алексом, по-моему! Кого, Алекса? Да, она ползла, я дверь ползучая. Я не могла открыть, да, Олежа, она дверь закрыла. Я знаю, они же в новой психушке. Алекс, дай лапу, дай пять. Почему они дверь теперь не разрешают открывать? Ну, потому что локация такая, ты находишься где-то в зоне, а у него закрывается. Это прикольно да, сделано. Я да, я это не видела. Нет, почему? Это было еще, я давно это знал. Она что мне сказал? Так видишь, я как? Я не знала. Да, больше я смотрю, Даша хочу. Такая бежит, хоп-хоп, а там я закрыто. Я дверь пытаюсь открыть, она не открывается, зараза. Хантушечка ползла, пижамная вечеринка. Жесть какая. У тебя в жопу пижамная драная вещь. Она из-за звонка на тебя обиделась. Почему на меня-то? Не слямзил бы звонок, все. Коза. Сейчас ручку твою заберу. Могу забрать. Даша, атака. Да, вот такие вот дела у нас. Она далеко вроде. Но я ее тут не слышу. Я не слышу ее. Все. А, супер. Все, потому что атака закончилась. Дрянь малая. Охренеть.
Вот это был пипец. Ну это быстро, 10 минут и нормально. Да? Ну что, будем, наверное, Алекса оставлять там, посмотри, остались его вещи. А какая демоническая была вещь? Может, карты? Я бы мог попробовать оживить его, если карты были. Хочешь, пойдем поищем, но только на этом этаже. Не, само собой. Я возьму... Подожди, таблетки. Да. 2-3 штучки выпей, пожалуйста. Я одну. Потому что мы сейчас просто, ну, будет обидно, если ты умрешь, и я умру. Алекс, мы попытаемся сейчас тебя оживить. Мы поищем карты. Если можешь, помоги нам найти предмет. Пойдем. Буду или он был? Я просто не помню, был он, нет? Подожди. Они же вначале должны где-то его кидать. Я не знаю. Так, ну тут нету. Тут тоже. Сейчас я еще фонарь взяла. Я типа хитрожопа. Может, на ресепшене где-то? Пока не вижу. Да, картишки были бы, конечно. А, знаешь где? Там, где часовня. А, да, здесь же одно место, да, точно, я забыл. Угу. Так, ну, обрадуйте нас. Нет, круг призыва. Жалко. Блин, да, жалко. Жалко, жалко, уже не оживим. Алекс, к сожалению, круг призыва. А хотелось бы оживить. Блин, ну эта дурилка, конечно, прям напугала жутко. Да. Но мне нравится такой вариант психушки. Что есть что-то открытое, что-то закрытое. И не так далеко бегать. Блин, ну я так испугалась закрытой двери. Я не поняла, я думала, она забаговалась. Не-не-не, они закрывают локации. Все, поехали, звоночек. Погнали. Хантуха, поехали. Звоночек. Позвони в звоночек. Я не увидел, он забежал, нет? В общем, это получилось быстро. 12 минут, по факту, и мы как бы нашли. Повезло. Это реально повезло. Следующая остановка Дорис... А, нет, не Дорис. У нас следующая остановка Санни Мидлз, психушечка. О, будет весело. О, вещи. Да ладно. А, нет, два я не беру. Так, шмотки. Два. Я иду как разумный человек со свечкой. Понятное дело, Даш. А мы как неразумисты пойдем без свечей, правильно? А где у нас свет врубается? Мы не знаем, где свет врубается. Это ж кошмар. Да, попробуем на кошмаре. Ух, какая стрёмная. Я не знаю, где свет. Хорошо, что у нас половинчатая сейчас. Предлагаю тихонечко зайти. О, прям здесь, нифига себе, нормально. А какой у нас предмет? Давайте. Пойдем предметик глянем. Будьте любезны. Не теребите его сразу же. Да-да. А чего? Я вещи все так закидывала. Хотелось потеребонькать его? Жалко. Я понимаю, но мне вещи мои жалко. Вы ни копейки не занесли. Там на входе было 5 градусов, кстати, далеко. Опять пентаграмма? Почему каждый раз здесь? Хреново. Пойдем отсюда. Там было 5 градусов, кстати. Не знаю, хорошо, плохо. Включен свет. Ну что, идем к моргу? Сходим? Пойдем. Да, прекрасно. Куда ты хочешь прогуляться? Я хочу туда. Заходим, так сразу в морг идем. Дай нам знак. Кива Сасай. Так, вы куда расходитесь? Дай нам знак. Что там у тебя? Поверьте, здесь мне свечу задуло. Сейчас. Ты что тут свечи задуваешь? А не, ну, типа кошмар, может, и за 9 градусов, кстати. Подождите, двери проверьте. Тут заколочено. Нет, я имею в виду вот эти проверьте. Мне точно задуло. Да, ну такой... сквозняк, это бывает. А здесь что? А вот тут что? А тут 6 градусов. 6,7. 3,4, господа, Алекс, Дашка. 3,8, да. Проверяйте. И правда задули? 1 градус уже, смотри. Так, это уже интересно. Здесь в идеале, конечно, две зеленки. Зачем свечку? А мы смеялись, что на свечку берем. Угорали, да. С помощью свечи. Если бы не я, моя свечка. Моя свечка все найдет. Но я огонек не видя. Вы принесли книжечку? Нет. 0,5. Температура падает, может быть, минус. Так, я пошла. Угу. Показалось, что был лазер, но не уверен. Ох, какое тут место сочное. Ты хочешь там спрятать? Ты где? А ну-ка. Ух ты! Сочно. Поняли как, да? Сочно как. А, нифига. Да. Так, пошли за шматиком, ребята, это же кошмар. Кошмар, это сочно, набьемся то втроем. И сочно сразу всех убьет. Главное, чтобы там разу... Что за звук? У меня вообще нет звуков, я не слышу. Мне показалось... Алекс, ты с нами? Да, только я потерял... Вот, я тут. Я только отвлекся.
Вот. Ты помнишь, что машину тебе на улицу не выходить? Ну я не выхожу. Да, да, да. Вы можете какие-то предметы мне поставить. Что ли? Тебе что принести, что ты хочешь? Кстати, дублируется карта. А по заданию давайте посмотрим. Что их? Да вы смотрите, да, кидайте мне что-нибудь сюда. Там блокнот, что надо. Хорошо. Я тут постою. Я тебе прям дом поднесу. Так, мы, по-моему, было. Я Алексу блокнот вынесу сейчас. По-моему, там еще так, соль, блокнот. Да, соль была. Да, соль, МП, рассудок. Ой. Ой-ой-ой. По заданиям соль, МП, рассудок. Уставься, тварь. Че он не ставится? Вот. Так, куда ты ушла, Даш? Я спрашивала у Алекса, у него что осталось там внизу. Давай я камеру на штативе притормаю. Подожди, да, окей, ну давай сейчас посмотрим, вдруг увидим. Сразу же. Там этот стол мешает, не всегда видно. Ну, я камеру прям поставила. Так, у меня еще два предмета лезут. Сейчас вот принесем. Знаешь что, давай, может быть, возьмем... Давай ему эту благовошку принесу. Принеси, я поставлю камеру еще одну и зеленку. Я тебе несу самое важное, благовоние. О, так? Ты же ждал-то? Мою отдам, пойду себе новую возьму. Все, по красоте. Все, я теперь я готов. Любые приключения. Давай на камеру пару слов скажешь, как тебе новая психушка. Подожди. А куда соль пропала? Не знаю. У меня только что... Я перекладывался. Да что с этой игрой багованной, а? Блять, атака! Блин. Прячемся. Атака? Да ну ладно. Опта. Сядь там в угол, да, куда-нибудь. Когда закончится атака, вы должны будете ко мне подняться, выпить таблетки зайти. Сидите. Окей. Учтите, она прям рядом с домом, с дверью, не выходите. Бу. Ну, ребят, ну сейчас придет, двоих же убьет, это кошмар. Че? Открывай двери. Она где-то рядом. Все. Выходите, быстро таблетки пить. Я слышал, как она дверь открывала. Я принесу, я принесу таблетку тебе. Так. Я Алекс унесу таблетку. На, Алекс. Таблетки сейчас я тоже. Я слышал, как дверь открывалась. Подождите. Ребят, ребят, ребят. Алекс, 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 Алекс. Зажги, пожалуйста, мне свечку, у меня не влезла зажигалка. Держи. Мне она просто не влезла. Вот, зажигай. Так. Спасибо. Мне она вообще не влезла. Свет она не вырубала. Так, ну у меня соль пропала. Ладно, пойдемте. Фиг с ней. В смысле соль пропала? Провалилась и все. А, блин. Ну была, я положил на пол и все. А это вы сейчас врубили рубильник? Нет. Рубильник нет? То есть она не, она вырубила свет, но не вырубала рубильник. Так, быстро все приносим. Вот, сюда. Так, ставим сюда. Ты здесь? Дайте я быстренько с ней тогда поговорю. Ты здесь? Так, подожди, на отпечатки что-то. Олеж, выйди, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Ты здесь? Отпечаток вот. Отлично, выходи, вот. Пожалуйста, быстрее. Где, где, где? Сзади там, с той стороны двери. Ух, точно. Выходите, пожалуйста. А, нет, Фотика. Ты здесь? Все, 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 все. Ты здесь? Ты далеко? Так, а что у нас еще, Олег, есть? Подожди, отпечаток? Да вроде все. Что-то это. Ты далеко? Ты первая, да? Ты мужчина? Смотри, прятаться вот прям за ширму, прямо вот бежишь, там ты хорошее ты место. Ты здесь? Да? Да, прям за ширмочкой вот это. Ты далеко? Ребят, а же дайте мне тут вот этот... Мужа? Помогите мне, пожалуйста, зажечь свечку. О, вещи бросила, давай, книжку бросил. Так, так. Давай, давай, вот, зажги, пожалуйста. Только что метнул книжку. Хорошо, да? Отлично. А этого самого минуса так и не было? Читать не любит. Минуса вроде не было. Попробуйте поговорить еще, вы мне не отвечали. Ну, бара вроде бы не видать, Даша. 1,4, 2, 0,6, вот так, минусовой не было. Алекс, выходи, лишь поговори. Попробуй, мне не отвечала. Ну, тебе же так нравилась психушка. Ты старый, ты молодой, ты здесь. Сколько тебе лет? Сколько? А где он, блядь, его... Я не вижу его в суматохе в этой. Где он? В суматохе. Там все рябит, нихуя не видно. Двойка. Ты старый? Два, два, два. Ты молодой? Сколько тебе лет? Роняет предметы, падла. Слушайте, ты хороший? На полтора похоже.
Ты женщина? Ты мужчина? Предлагаю пойти. Ты старый? Посмотреть. О, написал журнал! Журнал написал! Бежим! Наверх, опа, ребята. Опа, все. Все, да. все, вторая. Так, сейчас кто у нас может быть? Полтер, демон или Мюллинг. Полтер, да, вещи демон. Трогал. Ну да, наверное, Полтер. Что-то упало. Он там роняет, книжки ронял, еще что-то ронял. Да, я тоже слышала. Сейчас выйдем, посмотрим, что должно быть еще у Полтера. Я не помню. Стремно. Так у нас кошмар. Вовремя, блядь. Опа, блин, ну прям перед носом. Прячься. Охренеть. Прямо перед носом дверь так плавно бэмс и закрылась. Блядь, сюда идет, ёб твою мать. Прям тут в коридоре. Нет, сука, нет. Нет, нахуй. Что это было? Что пролетело? Алекса убила, по-моему. Блядь, нет, живой. Живой! Ни хрена, она тут ходила прям! Я благовоние поджег и туда, она за мной побежала! Блять, она прям здесь была, плакала! Я думал, нам жопа. А, подождите. Да. Значит, повезло. У нас вариант. Но это не Мюллинг и не демон, это Полтер. Да, это Полтер. О, все. Твою мать, вот это да, 8 минут 10 даже. Но все равно напряг. Соль, слушайте, ну на соль она не наступает. Наступает. Так потерялась соль. А, так пошли, будем солить. Я боюсь, конечно. Даш, стремновато на самом деле туда. Могу они попробовать. Опять три здесь? Смотри, в чем прикол. Ты помнишь, мне соль приносила, Даш? Да. Я ее взял, я перекладывал с рук, чтобы ее полутопал. Она пропала. Все три на месте висят. Ультрафиолет я терял в эфире, но появлялся опять в машине. Какие нету? Выпей таблетки. Вот же я уронил. Ладно. Ох, а я уже начал отдать. Зря я вернулся. Давай возьми две. Ладно, я беру благовоние еще одно. Давай, соль. Ой, сгоревшее благовоние вернулось сюда. Я его кидал на пол и убегал. О, ты, оно сгорело в руках у тебя. А кто мне подшел? Да ты что, свечи? Ну, спасибо, блин. Ладно. Так, ну давайте попробуем посолить. А зачем я пил таблетки, если у нас задание 25 рассудка? Да плевать на тот рассудок. Соль лучше выполним и все. Ну, слушай, надо было все выполнять. Ну, у нас есть пентаграмма. Она очень хорошо лечит от таблеток. Так я тут, Олег, буду прятаться. Ты только поджигай и... Атака! Твою мать. Что, все? Ой. Блин. Ладно. Пока тут посидим. Что за хрюк? Что это было? А, это баги. Это сопит Алекс в шлеме, если что. Слышно иногда. Чё, нет? Всё. Чё быстро? За жесть вообще? Она очень часто атакует. Быстро. Не туда. Я без зажигалки теперь остался. А чё, дверь закрыта? Была открыта. Ну, она позакрывала. Какая хозяйственная. Быстро соли. О, Алекс опять глючит. Бежим. Че, опять атака? Нет, просто сейчас, ну сейчас будет. Посолить-то я успел. Ты хоть вниз спустилась? Атака. Блять. Может, я успею туда? Так, я не знаю, вы меня слышите, нет? Меня опять дико лагает, я до машины дошел, сижу тут, вас жду. Кридеть. Ладно. Держимся. Она сюда ходит. Ходит. Если не тот раз Золото Алекс благовоние мелкая. Не бросил, то была бы жесть. Мразота. Наступила хоть дрянь? Да, да, все сработало, отлично. Фу. Я боюсь выйти, меня фризит опять дико. А я боюсь уже туда заходить. Поехали. Хорошо, Полтер, погнали. Все.
все. Будет смешно, если будет демон. Вполне может быть. Я уже не удивлюсь ничему, наверное. Согласна. Ну реально, может быть что угодно. Но вообще как бы на Полтера похоже. Если что, это был кошмар. Демон? Да ладно! В смысле, а как? Это демон, давай. А как? Подожди. Ну как? Жесть. Фигня какая-то. Какой же это в сраку демон?